Привет, добро пожаловать на канал Злобного Сусика. Продолжаем проходить Star Wars Battlefront 2 2017. И что теперь? Расслабься, они не знают, что мы стащили пару сидов. Не выбивайся из строя, ищи вход. Не освечивать, не стрелять, ясно? Дио, подключись к компьютеру сид, просканируй звездный разрушитель, найди путь внутрь. Что там с ангаром? Там полно штурмовиков. Нас прикончат раньше, чем мы успеем высадиться. Ищи дальше. Первый орден, возможно, самая большая угроза, с которой мы сталкивались. Если они смогли уничтожить республику, то придут и за сопротивлением. Чем мы можем помочь? Пробиваемся на звездный разрушитель Хаска, собираем любую полезную информацию. И придем сопротивление. Проще простого. Приближаемся к вас... Твою дивизию. Dio, hook up to the TIE's computer. Scan the Star Destroyer for a way inside. What's the status of that hangar? A pack of troopers. They cut us down as soon as we got on board. Keep looking. The First Order could be the biggest threat we've ever faced. If they've already destroyed the Republic, they'll come for the Resistance next. How do we help? We board Hask's destroyer, steal any information the Resistance can use, and get out. Sure. Easy. Так, это было очень обидно, но я в прошлый раз вот здесь вот долбанулся об потолок. Не получится, у нас не хватит места. Дельта 6, командир Хаск приказал вашему отряду оставаться на Вардосе. Прием. И Дельта 6, что докладывать? Похоже, нашей маскировки скоро конец. Тогда стреляй. Может, удастся застать их врасплох. Внимание! К возмездию приближаются сиды противника. Они у нас на хвосте. Дио, найди путь внутрь. Импровизируй, если понадобится. Шриф, это займет время. Так что пока будем сбивать сид-истребителей, не впервой. Дио, что-то нашел? Пока ничего. Давай, Дио, ты сможешь. Дело еще не закончим, продолжаем сбивать сиды. Дрожь, что это нашел возле двигателя? Летим к корме. Это где? Это в противоположной стороне? Так, хилится. Блин, турболазеры. Машуш. Фух. Так, бахнули радиатор на двигателе. Мы все погибли. Если повезет, то нет. Что это за звук? Гипердвигатель? Они готовятся к прыжку!
Так, девчонки вроде в порядке. И... Помоги! Раз, два! Шериф, ты в порядке? Шериф! Эй! Ты еще жив, да? Да. Пошли. Он, наверное, думает, я уже стар для этого. Тут должен быть компьютерный терминал. Разделимся и встретимся, если найдем что-нибудь. Ладно, пойду один. Винтовка на корабле, это нормально? Нужно найти бортовой журнал в центре данных или в узле связи. Что раньше попадется? Здесь никого нет, наверное, они ушли. Так. Любой, может, все, что может пригодиться сопротивлению, то ищем. Так, полежи. Так, Дио, давай. Есть там что-нибудь интересное? Это камера. Зашибись. Ну, я знаю, что их много теперь. Так, дроид-мышь, интересно, может их привлечь? Так. Попробую вот этого вырубить, а дальше как пойдет. Склад оружия? Можем брать оружие первого ордена против... Использовать против него же. Есть, мэм. Извини. Так, что у меня за пушка? Кажется, то, что надо. Отлично. О, легкий часовой. Это... О, тяжелая штука. Мне что-то подсказывает, что он может нам пригодиться. Так, а я лучше карты там сменю, вот это вот все, прерывание уберу. Самая хорошая штука — это контактная граната. Так, мне теперь нужно, чтобы быстрее мне перезарядить способности. Так, лечение лесом. А, вот, сократим восстановление здоровья, скорость. Так, все, мне это годится. Оружие, оружие. Так, тут было что-то неплохое, и этого здесь больше нет. Ладно. Как-то так. Так, ну что, пошли наверх. Зая, ты не хочешь винтовку убрать? Снайперскую. Ладно, твое дело. Так, дроиди. Это иди назад. Ой-ой-ой. Ну не то слово, ой-ой. Жесть. Ты думаешь, это смешно? Да, думаю, смешно. Sorry. Не стой на пути стрельбы мамы. В конце концов. Так, это... Ага. Тяжелый пулеметик. Тяжелый пулеметик. Ну, а тут что? Ладно, пусть будет этот бластер лучше. Мне как-то спокойнее, когда я чуть-чуть поточнее. Так, тут нужно переснарядиться. Но... Кстати, а может, а в нем какие-нибудь новые? Ачивочка какая-то, нет? Хотя вряд ли.
Так, хорошо, двигаемся дальше. Пусти маму. Интересно, что там? Нечто, нуждающееся в охране. Кажется, мы нашли то, что искали. Шриф. Уже иду. Это вот тут, да? А тут что? Так, это может бахнуть. Так, больше здесь ничего нету. Так, давай-ка. Взламывай. Дива может взломать эту дверь. Да, я и так знаю. Мостик. Сканим. И вроде ничего нету. Только посмотрите на это. Есть что-нибудь? Сюда. Проект возрождения? Что? Погоди секунду. Джината, систему Отомок. Первый орден похищает детей и превращает их в штурмовиков. Их войск должно быть просто гигантским. Попробуй найти манифест. Это же крупные корабли. Их хватит, чтобы захватить всю галактику. Стоп. Что это? Дредноут первого ордена. Звучит очень необнадежно. Так и есть. Мне Органа рассказывала всякое. Всего лишь слухи, конечно, но по-настоящему жуткие. Значит, нужно найти слабое место. Дио, вперед! Загрузи чертеж этого корабля. Нужно передать их Лее и сопротивлению. Мы не можем покинуть корабль, пока он в гиперпространстве. У меня есть план. Найди что-нибудь достаточно быстрое, на чем можно убраться отсюда. Ты поймешь, когда нужно будет уходить. А, мне уже не нравится эта идея. Удачи вам. Ну, и каков твой план? Мы сделаем так, что звездный разрушитель больше никогда не выйдет в гиперпространство. Кажется, я наконец поняла, почему Шриф так нервничает, когда вы вместе. А ты думала, у твоей мамы будет идея более разумная? Нет, она мама, но... Это ничего не меняет. Так блокирует дверь? Серьезно? Зачистить помещение. Хорошо, давай детонаторы. С каждой минутой твой план становится все веселее. Хватай, сколько можешь унести. Так, понятно, дочка взяла детонаторы. Угу, нас уже готовы встречать. Так, я что, в конце концов, зря тащил эту фигню? Так. Анализ. Да что с тобой такое? Да я с тобой что такое? Зачем под гранту бросаешься? Замри уже где-нибудь за укрытием. Все чисто. Иден, тут же разговор с офицером. Сопротивление нашло базу первого ордена. Сейчас ее штурмуют. Великолепные новости, Шриф. Мы уже почти закончили. Будь начеку. Скоро увидимся. Зей, если сжечь взрывчатку на этом генераторе, корабль сбросит скорость света, остановится за секунду. Звучит опасно. Начинаем. Нужно установить детонаторы. Я устанавливаю, ты прикрываешь. Да.
У меня подкрепление, второй этаж. Поставишь детонаторы? Ага, почти готово. Scan for me. Reinforcements. Detonator 2 is armed. Второй заряд установлен. Ой-ой-ой-ой. Нет! Ну что ж такое? Ну, бляха-муха. Нужно снять детонаторы на этот генератор. Я останавливаю, ты прикрываешь. Договорились, дочка. Враги уже здесь. Воу! Let's get those detonators on that generator. Я устанавливаю детонаторы, ты прикрываешь. Так, бластерная турель, думаю, мне будет полезно. Отсек гипердрайв, замечены посторонние. Всем доступным бойцам выдвинуться туда. Вот эту фигню всю нужно бахнуть. А то сейчас мне тут очень не повезет. Зей, доложи обстановку. Так, все у нее вроде неплохо идет. Один готов. Штурмовики, второй этаж. Как с детонаторами? Ага, все почти готово. Нужно установить детонаторы на тот генератор. Я устанавливаю, ты прикрываешь. Так, быстренько надо взять турельку. В отсек гипердрайва замечены посторонние. Всем бойцам срочно прибыть туда. Давай, ставь. Еще штурмовики. Зей, доложи обстановку. Почти готово. Один есть. Эй, наверху еще враги. Тебя поняла. Так, хилимся, хилимся. Он прошел только что сквозь стену, нет? Еще идут. Еще один штурмовик. Второй заряд установлен. Взрывчатка установлена. Будет через секунду.
scan, please. Так, три готовы, остался один. Так, хилься, хилься, давай, Иден. Я не хочу еще, хрен знает какой раз это проходить. Зей, ты справляешься? Да, мам, все в порядке. С этим почти все. Все чисто, шериф. Нашел транспорт для эвакуации. Да, но имейте в виду, будет тесновато. Мне достаточно места с того, что он летает. Скоро встретимся. Так, осталось только запасной генератор. Скорее всего, он за дверью с кодовым замком. Сейчас взломаю. Тревога. Нарушители получили доступ к центральному компьютеру. Судя по всему, у нас скоро будут гости. Вы с Дио справитесь? Ну уж не сомневайся. Так, с той стороны турелька, я могу, наверное, быть спокоен. А вот с этой стороны уже не так все весело, радужно. Вражеское подкрепление на подходе. Ай, а ей еще со вторым терминалом возиться. Гадство. Так, 20 хп, 20 хп. Нет. Хорошо, за этой дверью генератор. Он, скорее всего, скрыт замком. Сейчас взломаю. Так, судя по всему, у нас скоро будут гости. Вы справитесь с Дио? Уж не сомневайся. О, нету, нету, нет, хп мало. Очень мало. Так, где еще? Не стреляй по дочке. Так, 30 хп.
Ладно, развлекайся с турелью. Твой выбор. Готово. Дверь открыта. Хорошо, а какая дверь открыта? Зай. Так, ну видимо мне сначала надо зачистить оставшихся штурмиков, что ли. Да. Так, Дио, заломай компру Ютри, перенаправь подкрепление подальше отсюда. Давай поскорее установим последние заряды и вернемся на базу сопротивления. В центре обнаружена связь, обнаружен враг. Всем, в общем, туда. Тут их нет. Покинуть себе гипердрайв, обыскать корабль. Так, ну вроде. Внимание, всем силам направиться к казармам по правому борту. Обнаружены нарушители. Сейчас здесь тоже, ну, небось, пробегут перед носом, да? Или нет? Так, ну я почти добрался куда-то. Все чисто. Возьмешь на себя почетную роль заложить последний заряд? Конечно. А потом найдем Шриву и убираемся отсюда. Не вижу противников. Посмотрите отсек. Зей. Иден, я помню. Брось свое оружие. Брось оружие. Зей. Все хорошо. Motherhood has made you weak. Теперь вытаскивай дочку! Давай, давай, давай! Ты в порядке? Да. Я в порядке. Зей, так, а теперь осталось. Сейчас как тормознет, так тормознет кораблик. Мам, смотри. Получилось. Что случилось? Эй, эй. Нет, 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 нет. Так, мам, тебе нужна помощь. Давай, держись. Нет, нет, Зей, не надо, слишком поздно. Слишком поздно. Слушай, ты должна доставить Дио сопротивлению. Понимаешь? Нет, о чем ты говоришь? Все будет хорошо. Нет, не будет. Ты нужна мне. Почему ты такая спокойная?
Не страшно. Но я больше боюсь не смерти, а провала. Я верю в тебя. Послушай. Послушай. Мы сражаемся, чтобы другие жили. И умираем ради того же. Понимаешь? Я люблю тебя. И я тебя люблю, мам. Хотел бы я, чтобы ты увидела все так же, как я. Мам. Мам. Иден, Зей, вы меня слышите? Надеюсь, вы готовы, нам пора уходить. Только я, Шриф. Ее больше нет. Все хорошо. Она выполнила задание. Как всегда. Свяжись с сопротивлением. Скажи им, что это только начало. Первый орден наступает. Но у нас есть надежда. И именно она приведет нас к победе. Дикар, база сопротивления. Вас сопротивление, сектор чист. Первого ордена не выйдено. Стоп! Контакт! Свои, говорит Шриф Сугав. Код доступа 73 Тау. У нас дружественные намерения. Запрашиваю разрешение на посадку. Прошу, не стреляйте. В посадке отказано. Но я же попросил. Ждите указаний. Все будет хорошо. Мы просто объясним, что случилось, и... Генерал Органа. Шриф, я получил твое сообщение. Ты должна быть Зей. Прими мои соболезнования. Твоей матери был сложный характер, но вместе с ней галактика была лучше. Благодарю, мэм. Очень добры. У нас кое-что есть для вас, генерал. Чертежи дредноута первого ордена. Передаю данные. Я немедленно отправлю их на анализ командующему Демирону. Генерал, я готов сражаться. Не сомневаюсь. Но сопротивлению нужно уходить. Первый орден напал на наш след. Вместо того, чтобы встретить их лоб в лоб, для вас есть неотложное задание. В внешнем кольце у нас есть союзники. Но чтобы кто-нибудь связался с ними. Я знаю, что вы устали. Но мы потеряли уже очень многих. Прошу вас еще об этой услуге. Вы согласны? Можете рассчитывать на нас, генерал. Удачи, отряд Инферно. Star Wars Battlefront 2 Resurrection. Эта кампания пройдена, открыты новые награды. Ну, теперь я что могу сказать, ребят? Но все-таки кампания здесь, ну не знаю, может она, конечно, звезд неба не хватает и все такое, но достойная кампания, мне кажется. Это все-таки точно явно не обучение перед сетевыми боями, в которых, собственно, вот эта игра и есть. Зачем и большему числу людей нужна эта вообще игра. Но, может, конечно, там на каком-нибудь среднем или легком уровне сложности это будет просто тир, который подготовит вас к игре. Не знаю.
но на максимальном уровне, слушайте, ни хрена подобного. У меня давно не бомбило. Сейчас забомбило. Ой, как это не печально. Ну а на этом прохождение Star Wars Battlefront 2 2017 года от Electronic Arts заканчивается. Если вам нравились какие-то это видео, поставьте под всеми ими лайк, напишите под всеми ими комментарии. Ну, конечно, понимаю, что слишком много прошу. Поэтому, ребят, просто подписывайтесь на канал и оставайтесь в теме. Всем спасибо за просмотр и до встречи. Пока.